Итак, товарищи, возвращаемся к прохождению The Banner Saga. Ровно с того места, где мы закончили. И да, чуть не забыл, всем привет, я Владимир. Блин, я чуть никогда не приветствую никого в своих видео. Что странно. Ну ладно, название канала как бы говорит само за себя. Поехали. Что мы тут видим? Мы все сделали, прокачались, у нас все отдохнули, настроение отличное. На повестке дня главного... Я надеюсь, что в этой серии сейчас будет побольше диалог, потому что просто получилось как-то слишком много по битвам. То есть там чуть не больше полсерии. То есть так, затяжной такой бой был. Не хочу больше таких. Поехали дальше. Вдруг набредем на какой разговор. Забываю все посмотреть карту, как мы близко к божьему камню. Нет, до божьего камня. Я еще через этот город пройду, где Рук со своей бригадой стоит. Собственно. Лудин отправил своих разведчиков вперед. Они быстрее и проворнее ваших варлов. Ну, кто бы сомневался. А один из них возвращается, запыхавшись, когда вы минуете... Когда вы минуете вершину холма. Драги! В этом направлении. Выслушайте его слова, обращенные к Лудину. Около дня пути они нашли деревню. Чувствую, пора. Вы спрашиваете, что они делают? Разламывают там все, говорит он. Их может быть тысяча или больше, ищут бог знает что. Это будет битва побольше, чем обычно. А Лудин необычно молчалив и ждет, пока заговорите вы. Так, теперь думаем. Выманить... Передовые части, разделив их войско надвое. Подойти поближе, прежде чем действовать. Подождать и посмотреть, что... Так, нет, ждать никак нельзя. Они деревню разграбят, народ поубивают. Я так понимаю, если мы сразу выдвинемся, мы спасем много людей, но встретим ожесточенное сопротивление. Мы, в принципе, к нему готовы. Давайте подойдем поближе, наверное, все-таки. Или выманить. Блин, я вот, короче, сейчас думаю... Давайте не будем торопиться, подойдем поближе и будем действовать, когда будем уже примерно знать, что там происходит. Блин, водички забыл налить, сейчас придется целый час триндеть. Да. Ну ничего, где наш не пропадал. Вы выступаете медленным шагом, двигаясь максимально тихо для армии. Чтобы добраться до деревни, потребуется еще полдня. Когда они появятся в поле зрения, вы придумаете план. Ну, в принципе, я уже придумал. Ага, вот это деревня, да? Итак, поскольку прошло всего полдня с момента выхода из деревни, вы обедаете на ходу, подходит Варл. «У нас недавно был разговор», — говорит Грис. Вы вспоминаете, что он говорил, что не желает подчиняться вам. А, это вон тот. «Ты поступил правильно, позволь мне вступить в твою охрану и сражаться за тебя». Гордость сражается в его позе... Ого. Гордость отражается в его позе и искренность в его глазах. «Ты...» Хочешь защищать меня? Убирайся отсюда. У тебя есть одна попытка. Давай. Отправить его к Могру. Я не отсиживаюсь в тылу. Оплошаешь и можешь лишиться головы. Никто плакать не будет. Он кивает и отправляется к Могру. Отлично. Решили, что называется, вопрос. И вот мы у деревни. Вы достаточно близко. Слышно, как драги копошатся внутри построек. Деревня словно плывет. Выманим их из домов, предлагает Могр. Драги обожают засады. У нас будет преимущество в чистом поле. Мы достаточно близко. Слышно, как драги копошатся. Так, деревня снова. Выманить их из домов, предлагает Могр. А, так если мы обойдем деревню, это имеется в виду, я типа мимо нее пройду вообще? Нет, это не вариант, в атаку. Вы отправляете своих щиторубов вперед, чтобы привлечь внимание врага. Вскоре драги собираются в толпу, очевидно готовясь к бою. Итак. Бой кажется неизбежным. Подсчитывайте, их как минимум 560 в вашем войске. Угу.
Что же делаем? Даже отсюда вы видите нервные переглядывания в рядах врага. Кажется, сейчас отлично. Блин, я опять нарвался на сильную битву. Наверное, давайте мы в этот раз попробуем тактически. Ну, то есть не будем вступать в бой сами. Хочу как бы дальше по сюжету, что ли, уже пройти. Интересно все-таки. Удерживайте их, отступаем, руководите издалека. Вот еще не описывается, что это имеется в виду. В атаку, понятно, в атаку прям поехали. Моего построения не особо. Удерживать их, ну, типа, видать, как-то чего-то ждать. И руководите издалека. Давайте руководите издалека пром. То есть покидаемся такие в крайности. Оглядев поле боя, вы думаете, неуместнее ли будет тактический подход? Не ввязываясь в сражение лично, вы сможете наблюдать за битвой издалека и отдавать приказы с ясным сознанием. Однако вы никогда не можете точно предсказать, как все пойдет. Но это да. Элемент неожиданности присутствует он в любой войне. Слушайте мои приказы, поменять тактику. Нет, поменять тактику — это, видать, вот я вернусь к прошлому, да? Давай про приказы начнем. Вы занимаете удобную позицию и пытаетесь вдумчиво руководить хаосом битвы. Нифига себе. Слушай, серьезное дерьмо, больше так делать не буду. Нифига я потерял просто вообще. Ужасно. Штурм города стал катастрофой. Вы оказываетесь под напором превосходящих сил противника, и варлы начинают быстро терять позиции. Многие воины гибнут при отступлении. На это потребуется время, но нам придется обойти деревню, говорит Могр. Ну да. Вы хмуро соглашаетесь, целый день уходит на то, чтобы обойти оставшихся драгов. Блин. Настроение ухудшилось. Когда вы огибаете город, вы замечаете трупы соратников, павших в бою. Среди них Грис, блин, варл, с которым у вас случилась размолвка. Его гибель действует на вас неожиданно сильно. Да, дерьмо, дерьмо. Стоп, провианта теперь на всех хватает. Да, сравнительно положительный момент. До вас доносится крик, стандартное приветствие варлов. Караван варлов движется в вашу сторону. На вид их несколько сотен, вы встречаете их на полпути. Фасольд. Ну и имечко у тебя, чувак. Вы, должно быть, свита Вогнера. Бывшая, Вогнер мертв. Да, мы знаем уже. Ну, в смысле, это мы отвечаем. Ты серьезно? Ситуация тут все мрачнее, но этого я не ожидал. Вы идете под флагом Шлида. Что происходит? Разве там не Ульфар командует? Мрачный парень. Я Фасольд, Ульфар все еще в Шлиде. Если он там... Если он там еще нужен. Он послал меня навстречу Вогнеру, то есть вам. В Шлиде пока тихо. Что ты имеешь в виду? Никаких драгов, они не появлялись в Шлиде. Да как так? Везет. Они всей ордой прут через Роджхорн. Риджхорн. Мы только сейчас это выяснили. Одна группа пошла туда, мы пошли сюда. А, разделились. Риджхорн, форт в бухте. Он ведь стоял в заброшенной сотни лет. Да, может быть, поэтому они и идут туда. Судя по всему, это новое вторжение. Лудин перебивает. Подожди-ка минутку, что вы наделали? Осторожнее. Осторожнее, человек, прям хочется добавить. Сам будь осторожнее. Вы хоть понимаете, что вы начали? Ты думаешь, что люди не понимают истории? Ты думаешь, что люди не помнят истории? Длинное знамя висит в Арберанге. Вторая Великая Война чуть не уничтожила нас всех. Что вы на этот раз натворили? Кто это, черт возьми? Никто. Возьмите его, отправляйтесь в Грофхайм. Мы встретимся с вами позже. Закрой рот, Лудин.
Или я тебе все зубы убью. Блин, ну короче, тоже так нельзя, как бы. Я не хочу сильно портить отношения с Лудином. Так что давайте постараемся помягче. Ты с ума сошел? Он только что сказал, что армия драгов прет из этой крепости. Тогда иди в Грофхайм, принц. Если на моих руках будет твоя кровь, это будет хуже бездействия. Вот, это на секунду заставляет Лудина замолчать. Похоже, в его голове идет ожесточенная борьба. Он отчаянно хочет оказаться в безопасности, но ему не нравится мысль бежать, как последний трус. Он думал, что вы пойдете с ним. Он смотрит на своих людей. Мы уже так далеко зашли, если это дело рук варлов, я узнаю об этом, и мой отец тоже узнает. Так, угрожать только не надо, тут мы как бы все в одной повозке. В одной лодке. Ну, в данном случае повозки, да. Кроме того, тебе нужна моя помощь и мои бойцы. Если уйду я, то Урса и Берси уйдут со мной. Так, это уже плохо. Неожиданное заявление Лудина огорчает вас, как удар под дых. Могр давится от смеха. Ха-ха, а принц не робкого десятка. Так, я бы предпочел, чтобы ты был в безопасности в Грофхайме. Поступай как хочешь, Лудин. Оглушить его, после чего отослать прочь. Давай, поступай как хочешь. Давай, выставляй меня злодеем, Хакан. Мне-то что? Я устал от того, что в этом альянсе ты единственный, кто поступает так, как хочет. Слушай, ну я тут стараюсь как бы. Блин, я стараюсь. Это земли варлов. Против нас выступила армия драгов. Много у тебя опыта в этих делах. Это правда, люди никогда не провоцировали их на войну. А вы собираетесь начать третью. Ваш народ что развлекается? Ваш народ что развлекается, провоцируя драгов на резню? Понятно. Вы уходите, изрыгая проклятие и угрозы. Принц решил от вас больше не зависеть. Раз Людин остается, то остаются и воины Фасольта. Они присоединяются к Равану. Ну блин, хоть какой-то бонус. А то как-то в той стычке я много потерял. Ну теперь-то я в принципе... Могр подбегает к вам на этот раз в большой спешке. Я обнаружил, что произошло с больными варлами. Ой, это отлично просто, говорит он, держась за живот. Съел немного сам, говорит он. Еда не отравлена, а испорчена. Это не свежая рыба, и она портится все сильнее. Тьфу, зря я об этом только что подумал. Его вырвало, я так думаю, что будет. Наверное, мы купили у торговцев рядом... Вот твою мать, Ведерфеллон, говорит он, они смешались с хорошими, половина наших запасов может быть испорчена, что ты хочешь сделать? Блин, выбросить все, что может быть небезопасно. Ничего не делать, нельзя выбрасывать хороший припас. Блин, лучше уж голодать, чем травиться. Давай. Могр кивает, подтверждая, что это огромное... часть и добавляет. Я не думаю, что они сделают... Что они сделали это специально. Зараженную еду сбрасывают вниз по склону холма, где она и будет... Где она не будет привлекать внимание. Могр возвращается, говоря: все сделано, но у нас много больных воинов. Уже по крайней мере 40. Что ты хочешь с ними сделать? Так, сказать им, что нужно потерпеть. Отправлять их обратно в страну под охраной. Не, это полное дерьмо, короче. Выздоравливайте пока. Могр уходит оповестить людей. Чертовы торговцы, безалаберные скоты. Вы надеетесь, что этим все и кончится. Такое. О, там, видать, порт этот, с которого мы вышли. Мы так обогнули. Круто. Подъем... А, вот этот божий камень. Их типа несколько. Карту. Потом карту посмотрю, вот точно. Надо сейчас не забыть. Тем более, 27-й день сейчас пойдет. Подъем к божьему камню убийственно тяжел. Вы припоминаете, что большинство этих камней было построено на холмах, с которых были видны божьи...
Господи. Это позволило путешественникам следовать от камня к камню. Так находить дорогу между городами вам от этого не легче. Ну да, интересная история. Драги! Кричит Могр из головной части каравана. Внезапно мимо вашей головы засвистели черные камни. А, это больше на стрел было похоже. Что это, черт возьми? Кричите вы. Могр качает головой. Камень врезался в щит ближайшего варла. Взрываясь вспышкой света и острыми, как бритва, осколками. Прячьтесь за щиторубами! Кричит Могр, когда вы приближаетесь к врагам. Драги шеренгами стоят на поле боя. Приготовить оружие боя кажется неизбежным. Быстро высматривайте врагов. Их как минимум 630. В вашем типа столько. Даже если увидите нервные переглядывания в рядах врага, кажется, сейчас отличная возможность перейти в наступление. Так вперед. Не, в этот раз я буду вообще прям. Давай, порвем этих ублюдков. Я сейчас дико зол, кстати. Вот реально. Посмотреть тебя перед боем там можно? Отряд не увеличить. Порядок. Твою мать. Это я забыл. Да, мне надо, чтобы еще лучник походил побыстрее. Варлы и остальные ребята. Там уже будем действовать по ситуации. Хакана сейчас главное вперед выпустить, он как минимум один килл сделает сразу. Ладно, поехали. Сейчас еще посмотрим, я вроде ястреба обратно взял. У него-то как, с боевыми навыками. Ага. У них тоже лучники есть, да, получается? Она дострелит. Как минимум одного варла. Надо, чтобы прикрыл ее. Надо же вот так сделаем. Один ход ее не спасет. Ну, что-то типа того. Да, нормально он дойдет. Давайте. Так, минус один. Так, или лучше этого убить. Вот здесь бы тебя. Я. Ладно, давай. Одно очко уж не страшно потратить за то, стопудово убить одного ублюдка. Смотри, отбегают еще. Ха, сейчас. Же. Три, это слабовато. Я бы хотел к нему подойти. Можно мне? Так. Видать, нельзя. Ладно, пошли так. Так и знал, что чуть-чуть промахнулся я в этом плане. Я просто так ударю. Ага, они еще вблизи атаковать не могут. Смотри, какие ублюдки, а. Блин, вот сейчас... Блин, вот две маленьких, болюсеньких тактических ошибки, я уже бешусь просто. У нее 7, в принципе, можно потратить. Ради выстрела сейчас. Сомнительная затея, так что давайте мы... Не. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пусть лучше стоит себе. Пусть себе кидают с камнями. Ой, тебе точно надо кого-то убить. Вот стопудовника. Давай на полную катушку ходи. Ой-ой-ой, а потом дойдет и просто как повзмахивает. А, вы главное стойте на месте. Три.
3. Есть ли смысл восстанавливать ему что-то? Или бежать в бой самому уже? Нет, самому бежать в бой прям так вот не вариант. Типа бежим. Отдыхать резона нет. Тратить одно очко, чтобы восстановить одно тоже. Он же в запас уходит, по-моему. Там был, по-моему, вариант, что уходит. Вот, я могу не тратить. И восстанавливать одно. Стрипка и метки, ублюдок, а? О, вариант. Давай, родное сердце. На пятюню-то, а? О, а сейчас смогу еще сюда ударить. Или не смогу. Так, нет, ну тратить на этого... Но все равно ничего не сможет особо опасного сделать. Так что давай сюда. Просто так. Смотри, что творят, а. Суки. Вот вам всем по броне. Нормально этот вытерпит. Давай, пока вы в кучке. Эй. Блин, ну чуть-чуть не подошел, и уже все. Ну, так хотя бы двоих зацеплю, да? Нормально. А вот этот... Он не может через этого пройти. Ну, приветы, конечно. Обезопасить, взмахнуть. Взмахнуть сильно вариантов нет, легче убить просто. Наконец-то он повышение получил. Так, утка подгорает потихоньку, это хорошо. Кто тут у нас? Конечно, тратить, это убьешь. Так, хорошо идем, вполне реально, кстати, добивать их будет, я думаю. Так, кто ходит, Лудин, где он? А, вот, ух ты, тут вообще, как он в окружную пить не может? Там мы, наверное. На горячие угли его откинем, да? Полетел. Вот ему и не повезло. Хотя, по-моему, я мог его и так добить. Ну ладно, это уже мелочи. Ага, отлично, он еще стал, переградил дорогу. Стоп. Нет смысла ходить. Хотя смысл есть всегда, потом у нас ходит. Да, это нас не спасет. Он, в принципе, одной перебежкой сюда и так добегает. Так что давайте мы... А, у него и так уже 4. Никакого смысла нет. Да, подходим. Не дотягивается. Вот не дотягивается и все. А нашего-то потихоньку крошат. Нормально держится. Ой-ой-ёшеньки. Она такая подбегает, красивая. Может его убить. Или всех их поджарить. Вариант хороший. Вообще неплохо было сейчас.
Я считаю, это был один из лучших моих ходов. Блин, опять он не может пройти все-таки. И дальше никак. И восстанавливать ему нечего было. А, и ураган по своим будет самый отличный вариант хода. И добить, да? 2 очка потратить. В принципе, я накопил так уж слишком много. Что есть резон его убивать. Лежать! Блин, отлично. И повышение. А тут пока отражения всякие. Кто это ходит, кто это ходит? Это Лудин ходит. Нужно ли Лудину кого-то убивать? Или он не хочет никого убивать? Конечно, хочет он кого-то убить. Убивец просто. Кому лучше врезать? На 5 и с добавлением на 6, да? Опчики такой. И прощай. Блин, как он и так уже отожрался? Да, но сильно ты ему врезать не сможешь с твоей-то силой. Так что давай по броне. И тут дама вступает в бой. Нужно ли тратить? Наверное, не нужно. Пусть спокойненько стреляет. Все равно он уже никого не убьет. Вот наш бравый воин. Отдыхай еще. Да ты... Как он так далеко отошел, а? Давай себе восстановим, пока время есть. А, себе нельзя? Ну, шикарно вообще. Кто у нас сильно потратился на этой теме? Ей можно 2 восстановить. Ему. Есть резон. Ты издеваешься? Ничего себе у него инициатива. Ладно, пусть уж убил. Убей его. Ты что, не шути так со мной. Враг отступает в усилении фронта. Юху. Убить отступающих. Давай, это не так сложно. Теперь спокойно можно тратить все. Он свои тратит? Да, он свои тратит. -1. О, там чувак типа с крутой прощой какой-то. Ой-ой-ёшеньки, Людин-то как получает. Зря вот это я, наверное, но да ладно. Вот хорошо, что здесь этот стоит. Дама. Так, нет, они слишком, не слишком неудобно стоят. Никак ближе. Может, система. Он все-таки 1. 8-8, 8-9, 8-9. Да, да лучше с этими, все-таки тут много. Погоди, я могу безопаснее встать. Они как безопаснее мне не встать. Ну, тогда давайте встанем так, чтобы обоих цеплять. Но не за сильно дорого, чтобы. Никак. Ладно, сюда. Давай, родное сердце. Сделай победу легкой. Ага, они еще отступать решили. Ладно. Ладно, главное не пропустить фатальных уронов. Ну, здравствуй, ублюдок. Да, без вопросов. Следующий удар будет победный. Смотри, что делаю-то.
Надо было выстрелить сюда какую-то херню и убежать нахер. А следующим у нас... О, все, прощай, лучница. По-моему, никогда не получаю ачивку, чтобы мне никто не умер за ход боя. И ничего он сделать не может. Ничего. Да. Ну и стой тогда. Живи, живи, Урса, живи. Мы за тебя отомстим сейчас, погоди. Сейчас все будет. Интересно, как это работает? Мне все интересно. Мне все интересно. Мне все вот интересно. Я сейчас все по диагонали его запущу. Я... Да сколько можно это путать? Что он только рядом работает. Давай, поправнее. Вот, вали отсюда. О, даже зассал бить нас. Ой-ой-ой, ты сейчас получишь, конечно. Давай прям на все деньги подойдем и пробьем. Боец нам все равно нечего. Блин, мне скоро очков славы не хватит, чтобы его качать. Вот этого я явно не ожидал. Ладно, разберемся хотя бы с этим. До повышения-то он не доработал. Нет, зато славу получил. Слава нам тоже нужна. На два. Раз, два. Ну-ка. Да, подходит. Некогда ждать, надо убивать. Так, еще Лудина сейчас убейте мне. На 4. Ну пусть бьет. Пока есть, так сказать, возможность. Даже чтоб на 5. Тоже забывай, что вплотняк не обязательно подходить. Так. Ой-ой, нету времени. Надо убивать. Вообще с запасом победил его. Так, кто там у нас следующий? О, давай. Хотя он вроде уже получал повышение. Минус один боец, минус 7 варлов. Всего-то вот, вообще. Зато сам нахерачил. Ух, ё-ё. Бонус за выигрыш. Потерянных бойцов 1, потерянных варлов 9, ранений 2. Шикарно, я считаю. Но славы, чувствую, не хватит, чтобы прокачать Хакана, который просто уже ОП. А, что за чертовщина? Спрашиваете вы, глядя на необычных драгов с пращами. С пращами. Праща. Такие вот. Как Библии Давид и Голиаф. Никто не знает. Без предупреждения обезумевший израненный драк выскакивает из кустов и бросается на Иокса. Это вот эти быки, которые повозки везут. Запряженного в повозку с золотом. Удивленные варлы выхватывают оружие, но вся повозка уже скатывается с гладкого камня в отвесную пропасть, после чего внезапно останавливается, звучит низкий рык. Огромная металлическая повозка опасно накренилась. На краю обрыва под ней болтаются недоумевающий Йокс. Смешного, правда, мало. Все еще удерживаемый поводьями. За кружу повозки крепко уцепился драк. Всему этому не дает упасть с обрыва. Гунульф, блин, ты сейчас помри. Одной рукой с побелевшими костяшками сжимая повозку, а другой цепляясь за ствол дерева.
Попробовать помочь Гунльфу вытащить повозку обратно. Попробовать ударом сбросить Драга. Не, слушай, отпусти. Мой долг, ворчит он. Он не двигается с места. Интересно, насколько это ответственность сильнее его силы к жизни, думаете вы? Драг нашел опору и пытается взобраться на повозку. Дерево скрипит под тяжестью. Властным голосом приказать ему отпустить, попытаться помочь ему вытащить повозку. Так, давай попытаемся помочь. Вы хватаете повозку и тянете, только вы начинаете тянуть, как дерево, за которым... Ой-ой-ой, вырывается на землю, и у вас... Ощущенная сила тащит в сторону края пропасти. Отпустите, приказать Гунльфу сделать то же самое. Позвать других на помощь. Позвать других на помощь. Остальные бросаются к повозке, но уже слишком поздно. Она переворачивается. Она переваливает за край обрыва. В последний момент вы отпускаете ее. А Гунльф нет. Нет, кричит старый варл. Повозка камнем падает вниз. Блин, хочешь всем помочь? И не получается. Слишком я, видать... Осторожен, да. По сути, переворачиваясь, задевая за камни, выбрасывая свое содержимое на снег в виде града из золота и кишок. Йокс и Драк разбиваются в клочья. Гунульф лежит неподвижно. Его руки и ноги растопырены под неестественными углами. Когда слабеет шок от гибели Гунульфа, вы недоумеваете, зачем вообще Драк бросился за Йоксом. Затем вы понимаете главную проблему. Огромное богатство теперь лежит на дне пропасти. Ничего нам не светит, сейчас нет времени на остановку, тебе решать, Убин. Попробовать спрятать золото и вернуться позже. Оставить несколько варлов, собрать его и вернуть в Стрэнд. Попробовать достать тело Гунульфа. Блин, ну Гунульф, конечно, отпустил бы. Ну ладно, я очень уважаю его решение, что деньги там надо было... Ставим несколько варлов. Хотя вы чем не можете помочь Гунульфу, вам кажется, что для очистки совести лучше сделать что-то с его телом и золотом. Вы оставляете десяток верных варлов, забрать тело и золото и вернуться с ним в Стрэнд. А вы продолжаете путь. Да, с тяжелым сердцем. Карта, наконец-то. Карту мне покажите. Ох-ох-ох-ох-ох, Гунульф. Что ж ты так-то? Не обязательно было, не обязательно. Шли-то, так понимаю, мы туда как раз направляемся. А, мы то есть по такому пути. Да, далеко я от этих ребят. Ладно, поехали. А вот и камень. А, так про этот позже камень говорил мне торговец. Ой, заиграло музло. Караван останавливается на короткий отдых под... сенью божьего камня. Воины рады этому, и от камня вам передается забытое ощущение того, что за вами наблюдают. В хорошем смысле. Видать, не все боги еще умерли. Какие-то еще наблюдают. Ну, надеюсь. Однако трупам, что лежат под ними, это не помогло. Земля у подножия божьего камня изрыта. Словно здесь шло сражение. Торговцы, никаких драгов. Вокруг камня... Денглра. Отличное название тут все-таки. Не передаю удивляться, как это неудобный язык ломать об них. Разложено множество товаров. Бочонок медовухи, который неизвестно сколько лет. Россыпь серебра, статуэтка, сделанная из медального мыльного камня. Подношение мертвому богу. Не, вот это нельзя. Не трогать мертвых и их подношения, не трогать приношения. И поискать брата-торговца, вот, да, забрать все, что можно. Давай поищем. Какой-то отблеск посреди трупов привлекает ваш взгляд. А, слушай, в кармане одной куртки вы находите золотое ожерелье, на котором нанизаны 5 золотых колец. Это мертвый брат купца. Похоже, ему не повезло, бормочете вы. Да уж. Взять ожерелье, чтобы вернуть его. Взять ожерелье себе.
Да, надо его вернуть. Вы бросаете жерелье Могру и приказываете прибрать его. Если кому и можно доверять, то это ему. Но хоть на прокачку оставил себе. Не знаю, с чего они взяли, что Божий камень будет безопасным местом, бурчит Могр. Мы здесь все как на ладони, говорит он. Если мы собираемся разбить лагерь, думаю, надо это сделать немного подальше. Но я все-таки осмотрю камень. Денглр всегда был любимцем людей. Бог везения. Они считали, что это приносит им удачу, богатство и все остальное, в чем они нуждались, но не могли получить самостоятельно. У слова «везение» множество смыслов. В конце концов, вы двигаетесь дальше. Божий камень Денглор. Получил ачивку. Ура! А вот теперь можно и... Ой, какой, какая карта! The Long... Долгое раздолье. Висельник. Любопытное скальное формирование, окруженное с двух сторон ущельями. Между ними возвышается одинокая заснеженная вершина. Ха-ха, забавно. Долгое раздолье. Даже варлы здесь остановились, чтобы построить свою крепость и уйти. А горы продолжались и дальше на север. Изначально весь горный кряж кишел драгами. А, вот что их тут, наверное, тянутся, как птицы на юг. Шлит. Один из фортов, построенных варнами в ходе упорного сопротивления драгам. Хотя далее эту роль принял на себя находящийся далее на севере Стоунхорн. Шлит долгое время был одним из укреплений, сдерживающих драгов. Ну, видать, мы туда потихоньку и направляемся. Собственно, поехали. А вот теперь разобьем лагерь. Все-таки прокачаться мне надо. Итак. Эх. Ладно. Ну, будем нового юзать. Посмотрим, как он в деле. А, Могр еще и ранен. Давайте тогда один день передохнем сначала. И в полную силу его накачаем. Итак. Повышение. Сколько он просит за это дело? 20 слав. Подождет, значит. Этот, видать, тоже столько попросит, да? А, 15 не нужно. Я не хотел, кстати, это делать. Блин. Ладно. В принципе, я его довольно частенько начал сейчас пользоваться. Давайте ему вкачаем больше, что ли, этих. Он в последнее время получает много урона. Давайте ему в здоровье подойдем. С остальным у нас пока все нормально. Мастер копья. 10. Значит, мне не хватит на Хакана. Так. Да я понял, что это такое. Отмену хочу. Провокатор. Ух ты, вот это парень. Вот это парень. Вообще, нужен нам такой. Есть ли смысл качать дальше Хакана? Он и так уже крут, неимоверно. Пробитие зачем ему качал? Хотя там, наверное, буду потом драги и посильнее, так что сойдет. Надо было все-таки ему больше щитов еще поднять. Может, сейчас есть резон? Нет, давайте... У нас неплохо себя проявляет Лудин. И артефактов у меня до сих пор никаких нет. Печально. Больше использовать. Ну и так-то своих немного. Ну хотя у нас есть чувак, который дополняет. Так что, наверное, можно. Давайте ему сейчас еще в урон. И в это.
Со следующего уровня начнем мы качать что-нибудь попристойнее. Да, не хватает, я вижу. Черт. Да уж, да уж, да уж, да уж. Как-то неравномерно я качаюсь, ну ладно. Что поделать. Ладно, тогда на этом отдыхе мы как раз и закончим. Дальше, видать, будет уже более интересные вещи. Печальная это была серия. Потеряли одного из лучших своих воинов. Верного. И, наверное, еще не раз об этом пожалеем. Ну, помним его. Главное, чтобы люди о тебе помнили. Прожи жизнь так, чтобы люди помнили. Как там было в поговорке? Когда ты рождался, ты плакал, а мир смеялся. Когда ты будешь умирать, сделай так, чтобы ты смеялся, а мир плакал. То есть проживи свою жизнь именно так. На этой умной мысли я, наверное, и закончу эту часть прохождения. Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Всем пока.